Всем привет, девчонки, мальчишки. Взяла я попробовать формочки, вот такие вот в фикс-прайсе зашла от фирмы Kitchen, набор бумажных форм для кексов. Очень уж захотелось мне протестировать и попробовать кексики из них испечь. Они бумажные и изготовлены именно для выпечки. В наборе 20 штук, это достаточно много для семьи, я считаю, на ужин прекрасно, да, для того, чтобы приготовить. И они были только у нас в магазине одной расцветки, вот желтые. Ну, пришлось взять. Веселенькая, нормальная расцветка. Сейчас так, я покажу, сколько они стоят. Набор для формы для выпечки 77 рублей. В магазине Fix Price. Ну, достаточно бюджетно. Не знаю, как вам кажется. По мне, так 20 штук бюджетно. Тем более, они такие, смотрите, глубокие какие. Сейчас будем с вами тестировать их. Формы не требуют смазки при выпечке. Так, протестируем это. Предназначены для выпекания куличей, кексов, капкейков и маффинов. Приготовленная выпечка в красочных формах создаст приятное настроение в обычные дни и украсит ваш стол в праздники. Вот такие вот красивые капкейки тут приготовлены. Я буду делать обычные, яблочные. Но, тем не менее, я думаю, что они понравятся моим домашним. Давайте покажу, как они выглядят. Изготовлены они в Китае. Да, состав бумага. Дата изготовления 21 год. Так. Опа. Ух ты, какие они веселенькие. Там еще зайчики. Смотрите. Какая красота. Вообще суперски. Сейчас я их рассортирую. Очень красиво выглядит. Даже вот сделать гостям, и то приятно будет. Бумага, конечно, я бы не сказала, что сильно тонкая, ну, такая тонкий картон, но все равно, знаете, вот такая вот, знаете, вот видите, сжимается. То есть сжимается сразу не такая ляляканная, знаете, бумага обычная там из принтера. Нет, картонная. Но тонко-картонная. Я сейчас их все раскрою и будем тестировать. Я думала, что сюда их нужно смазывать. Мне кажется, они будут прилипать. Как вы думаете? Ну, давайте сделаем, как сказали в инструкции. Для приготовления капкейков я взяла муку. Рецепт я скину в описании и в комментариях скину. Мука я взяла пшеничная, цельнозерновая. Очень уж я люблю цельнозерновой, уже привыкла и блины печь, и мне она очень нравится. Не только вот этой фирмы, разные, но главное, чтобы была цельнозерновая. 3 яблока, нужно будет их очистить от кожуры, 2 яйца, соль, щепотка, пакетик разрыхлителя, нужен будет мед, где-то 2 столовые ложки меда. И масло сливочное, грамм 100. Масло нужно будет немножко растопить на водяной бане, чтобы было оно очень-очень мягкое. Итак, приступим. Я буду по-быстренькому показывать, как я его делаю. Начнем с того, что почистить яблоки и порезать их на кусочки. 2 яйца. Добавляю масло растопленная на водяной бане. Две ложки меда я добавила. Разрыхлителя пакетик. Так, соли, щепотку. И все на миксере вымешиваем. Дальше во взбитую массу добавляем яблоки, очищенные от кожицы.
все перемешиваем хорошо. После этого добавляем муку. Кексики разложила по формочкам, и теперь на 25 минут я положу в духовку для выпекания. 25 минут, и вот такие вот кексики получились, яблочные. Однозначно советую к покупке такие формочки. Очень-очень классные, мне суперски понравились вообще. Обязательно буду пользоваться. Так, теперь я сейчас проверю, насколько они... Нет, ничего не подгорело. Ай, горяченькие. Ничего не подгорело и отлично вытаскиваются из формочки своей. Отлично вытаскиваются. Еще горячие. Ой. Пусть постоят. Сверху можно будет посыпать сахарной пудрой, украсить и поставить на стол. Вот. Приятного аппетита. Формочки зачетные. Я буду обязательно их покупать. Они одноразовые, но ничего страшного. 77 рублей, но зато вся семья довольна. И очень приятно из них кушать. Вот эти вот медовые капкейки. Мои хорошие, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые мои публикации. А вам я желаю добра и всего самого наилучшего, а самое главное, отличного настроения. До следующих моих обзоров.